В семье Марины и Константина Амилютиных 8 детей. Старшему 18, младшему 1,5 года. С наступающим Новым годом большую и дружную семью поздравил глава городского округа. Музыкальные посиделки по вечерам семья Амилютиных устраивает регулярно. Поют под аккомпанемент пианино или гитары. Главный аккомпаниатор – старшая дочь Вера, она же теперь и семейный шеф-повар. Девушка учится в Люберецком техникуме имени Гагарина на технолога общественного питания, поэтому часто радует братьев и сестер их любимыми блюдами. Им нравится, когда что-то пеку, там какой-нибудь пирог, не знаю. Когда что-то пеку, я спрашиваю, что Вера печет что-то, им нравится очень. Ждут, подходят. Марина и Константин мечтали о большой дружной семье. Она исполнилась. Рассказывают, сложно было с первыми двумя детьми. Теперь же, когда их 8, стало гораздо легче. Старшие помогают по дому. Не исключают многодетные родители, что их семья может стать еще больше. Чем больше, тем веселее и легче, когда уже старшие начинают помогать. Поздравить большую семью с наступающим Новым годом и вручить подарки пришел глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Все симпатичные ребята, красавицы и красавцы. Мы еще вот так дадим, так. Так, ну-ка. Вот маленькому вот дадим, вот он понимает, что так вкусно. В новогоднюю ночь все члены семьи обязательно загадают желание, каждый свое. Есть у Амилютиных и общая мечта – большой дом, где у всех будет по комнате. Уверены, она обязательно исполнится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.